красавчик. Я? Он симпатик. Честно. Просто прерывался мне человек. Какого? Есть, да. Я очень спросил. Кому? Че ты не попрыгал? Смотри, я буду сегодня отцом. Что? Я не думаю вообще про меня, понимаешь? Я не думаю. Кому ко мне попрыгнуть? Я даже не могу запросить, как пытаться повернуться. Так подожди ты, ну. Ты можешь попросить ко мне. И шо? Подожди, ты стоишь, ты еще два. Ты не имеешь? Я ты будешь бросать. Давай считай, как... А я понял. Вот ты, что ты там? Потому что ты не там прыгаешь. Так, а ну, брыся сюда. Кума, брыся. Я сама разбираюсь, кума. А ты там? Ну все, Костя. Я понял. Костя, ты спокойно. Алло! Ты скажи, пускай подождет. Два. Ба! Все, брыся! Двадцать. Все. Я больше с вами не разговариваю. Подожди. Вот это все посчитай. Что это там вообще? Мне надо знать. Чтоб я... Сейчас побачим. Ты сначала посчитай, сколько тут. Отложи это. Это вообще... Нет, отложи пока. Два. Три. Четыре. Так, эту фамилию отложи. Давай сюда, вот, потому что отпираем. Нет. Вот тут, вот. Посмотри, вот. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. Угу. Давай порублю сначала, шесть. А потом подложу. Семь, восемь. Что там упало? Потом. Нет, давай сейчас. Я не умею. Я боюсь от них. Нет, давай не цепляй. Не, я боюсь, они не цепляют. Давай сразу пятерку. Да, а ты, да, давай туда. А ну, держи. Тут сколько я... там? Сейчас, два, два. Считай, сколько. Собаку попутал. Двадцать четыре, вот. Давай, 24. Отлажу. Я не в том смысле, мне просто мало времени. Я потом тебе скажу, что ты тут будешь, а после на час потом отъедут? Ну, давай посчитаем.
Посчитаем, потом разберемся. Сколько? Я уже сбился. 8, 9, 10. Ну, один еще. Сколько посчитать там? Там 30, 40. Тут 30, вот тут ему 40. 40, да? Хорошо. Ложим ее все. Давай дальше, там еще 40. 1, 2, 3, 4. Рук забрай. Забираю. А, вот эти руки тоже. Подожди, 40. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Отлажу еду в пункте. Стоп, там полсинь, как лажу. Это полсинь. Я не знаю, я еще пришел. Смотри, сколько там. Кум, пожалуйста, на тебе еще смотри. Там еще должны быть. Она уже не лажет. А что, я не лажу? Потом с тобой решим. Да ты не понял. Да. Макс, я не поеду на автовокзал. Ты что, я не поеду на автовокзал? Маля, тебе дам денег, только не сегодня, завтра ты мне купишь подарок. Я не могу. А я купила, ты мне должен 60, 70 рублей. Завтра тебе должен зайти. Нет, надо сегодня. Маля, дай тебе сейчас, у меня нет карточки. Да поесть. Маля, мне надо поесть сейчас, да. Купить. Дай сейчас, мне 70 рублей. Подожди, я тут что, раз, два, четыре, пять, пять. Считай. А сколько там еще? Раз, два, три, четыре, пять. Смотри. Считаю, сколько там, чтоб у меня 60 рублей было, вот мало было. 70 рублей, чтоб было. Потому что мало. Мне дай сюда, ты мне богато не дал. Не, ну считай. Тут 55 было, мне надо было 5 рублей. Ну, не, ну, считай, ну, мало. Ну, за что мы? Ты знаешь, что это сладко купить, ты знаешь сам? Подожди. Считай. 60 рублей. Вот тебе есть. Ну, вот это на проезд, на газ. Я не еду, сама. Не, я не думала, можно я, ну, кунтарь? Нет, это я... Сколько там это? 50, мне надо что-то повезти купить, помогать. Не, ну, Кун, все, смотри, можно я возьму на свой? Все, вот это вот все. Вот это все, давай сюда. Только малому давай сюда, вот это малого, да? Да. Все, вот это малого. Все. Сколько тут? Подожди. 70. Ну, даже больше, чем 70. Нет, а ну, на, посчитай. Сейчас, подожди, да я положу здесь. Ничего. Вот. Как это 70?
Спокойно? Шуба просто кинь. Только вы там не Кума! А ну иди сюда! Я? Да! Нет, я не подойду к этому агентуру. Кума, иди сюда! Никакая не кума. Смотри, считай мой сам. Сам, да я положу выше. Стоп. А это... Один. Смотри. Вот.